В Рубцовске правоохранители пресекли преступную деятельность сразу трех организованных групп. Участники группировки привлекали молодых горожанок к занятию проституцией. Причем среди ночных бабочек были даже несовершеннолетние особы. Прямо во время очередного заказа сотрудникам полиции удалось задержать троих организаторов сомнительного бизнеса, а также семь девушек легкого поведения. Но мы работаем девушками по вызову. Вызовы поступали из разных заведений города. Особо популярными местами для утех среди клиентов были городские бани, кафе и гостиницы. Их администраторы за символическую плату вызывали так называемых поставщиков девиц. Все роли среди главарей банды были четко распределены. Один из участников занимался арендой квартир, а другой даже не постеснялся привлечь отца в качестве водителя. В настоящее время по данным фактам возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 241 Уголовного кодекса Российской Федерации «Организация занятия проституцией». Среди задержанных, которые подозреваются в организации незаконного бизнеса, трое жителей города Рубцовска. Если вина подозреваемых будет доказана, им грозит крупный штраф либо до 5 лет лишения свободы.